Что делать нам с грустными мыслями? Да вот вам движение рукой. Ведь трудно до первого выстрела, а дальше, ребята, легко. Ведь трудно до первого выстрела, а дальше, ребята, легко. Хрустят километры, как пряники. Ты соображаешь, что почем? Когда я... Нет, прошу прощения, надо... здесь нужно несколько моментов объяснить. Значит, я просто думаю, не все знают, что когда танк Т-34 первой модификации ехал по дороге, у него из отрезки выходила из строя связь внутри, потому что лампы вылетали, и связи не было. Поэтому связь осуществлялась так. Значит, командир танка ставил на плечи механику водителя сапоги и давил его на правое плечо, либо на левое, либо бил по голове тихонечко, когда нужно было остановиться и произвести выстрел с короткой остановки. Вот. А, значит, спуск на пушке был ножной, педаль не было надавить. Педаль с жутким скрипом уходила в пол, где-то там зацеплялась за что-то, и после этого происходил выстрел. Вот. Да, что еще? Да, ну еще такой момент, что, ну, понятие реальной жизни всегда отличается от теории. Самая главная задача была экипажа, когда в танк попадал снаряд, и танк начинал гореть, нужно было как можно быстрее покинуть пылающую боевую машину, поэтому, ну, а когда попал снаряд, осколками изнутри окаленный, ранил экипаж, и люди не могли, не было сил открыть задвижку, поэтому задвижки вытаскивали пружиночку сверху и привязывали ее брючным ремнем, который был из ХП сделан. И когда понятно было, что нужно валить отсюда, значит, человек бил головой по этому брючному ремню, ремень лопался, люк отскакивал, и, значит, экипаж покидал раненую машину. Вот, вот такие вот. Что делать нам с грустными мыслями? А вот вам движение рукой. Ведь трудно до первого выстрела, а дальше, ребята, легко. Ведь трудно до первого выстрела, а дальше, ребята, легко. Хрустят километры, как пряники. Ты соображаешь, что почем? Когда я водили механику, давлю сапогом на плечо. Когда я водили механику, давлю сапогом на плечо. Вы только не мстите, товарищи, пусть мстит окопавшийся враг. Ведь видел уже заряжающий под носом мой черный кулак. Черный кулак — это значит бронебойный, а растопыренные пальцы — значит осколочный, потому что связи нет. Пускай у них оптика лучшая и триплекс ржавчины без, но 34-ки летучие сыпаются прямо с небес. Но 34-ки летучие сыпаются прямо с небес. Прощайте сомнения тревожные, да здравствует боязвь звезда, поскольку подошва сапожная нащупала спуска педаль. Поскольку подошва сапожная нащупала спуска педаль. Что свяжется там, что не свяжется, гремит перевязанный люк. Но всех, кто в прицеле окажется, я просто ногой раздавлю. Но всех, кто в прицеле окажется, я просто ногой раздавлю. Моя дорогая, я верю, я знаю, вернусь ли когда-либо, тебя обниму. Эх, как бы дожить бы до свадьбы, женить бы. Из всех экипажей лишь мне одному, хоть мне одному.